Когда такие рандомы глупые попадаются, их надо поднимать. Ну да, да. Они обижаются. А тут ты просто надеешься на себя, блядь. Бимбо, вот, например, для меня вообще загадка, этот игрок. У него тоже почти 3000 часов. Рамка превратности, он ходит в ней. И при этом он играет на супер какой-то фигне, билдах, допустим. И он не может вообще ничего, то есть на первой волне сразу же упадает. Вообще не понимаю. Что делают на берсерке, блять, буржуи? Они встречают лайтами. Ну это глупо, его так тут цепануть надо, по идее. Я еще видел, как они пытаются убить Пака ударом, так знаешь, да, вместо того, эвиком, чтобы... но это очень глупо. Типа, его надо цепануть, а потом убить, как бы, ну... Так... Вот так. Да, вот так. Надеяться, типа, что... А, кстати, у тебя получилось или нет? Я чуть не понял. Он как будто не достанется из-за того, что спрыгивал. Нет? Да, из-за того, что спрыгивал. Ну да, я и говорю про это. Типа, потому что умрет он от хэвика, не умрет, не факт, как бы. О, нормально. Chaos Warrior, to my side! А у тебя как, на боковой кнопке? Или на колесике? Или на шифте? На шифте я тоже на шифт переставил, так удобно. Вроде поиграть охота, а что-то играть не во что особо, честно говоря. Ну я вижу. Да не, ну почему? У меня вот, я помню, раньше я когда играл, очень интересно было вот так ботами. Я специально себе каждую карьеру проходил. Ну я тебе рассказывал. Мне было очень интересно. Я, ну, я на всех, в принципе, прошел ботами. Ну вот. Самое тяжелое для меня было, ну, пожалуй, за футнайтом, потому что потом, ой, фото пробивать пиздец. А мне понравилось нормально футнайтом. Типа щит булаву я брал и нормально. Там ботов ставишь, и... хотя нет, обычные у меня были. Не знаю, вроде убивали, нормально. Мне сложнее всего было за пиромантку и за четвертого гнома. Пироман? Четвертый гном. А? Вот недавно я же пиромант. Ну да, да. И четвертый гном, короче. Четвертый гном, что прям соло с ботами, что-то не очень круто, на самом деле. Тяжело. Они тебя не прикрывают. Ну, ну как, да. Ну, нормально. И все, и я он такой... Тебе в миле приходится очень много воевать. Да, да, типа ты... Я, кстати, так это, да, я очень много в миле воевал за четвертого гнома, хотя, по идее, он должен этого делать. Вот видишь, одного, блядь, холосвора, базара ноль, ты контролишь, блядь. Двух там, трех. Выйдет патруль, ты отсосешь хуй, потому что закончатся щитки. Все, пиздец. Ну да, да. Раньше можно было в Солянова вообще как тихо делать, разваливать, блядь, патруль. Ну что вы, это же слишком имбово. Давайте нерфить, хотя, блядь, с гизарбой нормально обращаться умели, полтора землякова, блядь. У тебя, кстати, раздача или графин, или мультиманка? О, козлы, пиздец, ботан. У меня, по-моему, раздача. Я в соло играл, по-моему, мультиманку ставил. Обычный графин в соло. Нет, смотря на ком. На этом чере у меня была мультибанка, вроде. Насколько я помню. Hook like prowling, don't get caught! Fire! Sorry.
скалище, пиздец. Лучники, которые. Ой-ой-ой. Беззвучная хуйня с меня, охуенно. Ну, у меня на стриме вообще звуки плохо отображаются, я поэтому почти не слышу, что у тебя происходит. А они бросили тебя, что ли? Да, нет. Они же там услышали газа и все, пиздец. Ну да, газа они не любят. Дурак, это, блядь, у них просто, блядь, сразу один же. Ну да, триггерится. Приоритет. Чему интересно, кстати? Кто их так запрограммировал? Ну типа, в чем логика? Почему он для них самая страшная вот угроза, которую они вообще все бросают и бегут его убивать? Ну его знаю. Какой там алгоритм, интересно? Типа то, что он по площади урон наносит, и может сразу трех игроков задеть. Так, надо уходить нахуй отсюда. А, вот, да? Да. Ротогр. Да, ротогр, ну нормально. В принципе, бот его обузить умеет тоже. Здесь нормальная позиция выбора. Ну, конечно, демедж составляет желать лучшего. Хотя не было такого. А, это как обычно, блядь, на раньше оружие переключился, получил спин. Ну да. А у тебя гном без силы, что ли? На ульте. Без силы? На дырке на силу. А. Я просто на бот побольше силу беру. Они там уж не в попад ультуют. Такой доктор. Повезло, повезло. Потому что да, нет, нормально. Босс на волне выходит, когда приходится в дефце, в соло. Ну да. Там типа, ботами когда играешь, ну они вот, кстати, в соло ботом нормально дерутся. Там надо как можно быстрее вот всех бомжей убить, чтобы они не мешали. Лич. Конечно, вот этот чел-то новый, который, да? А ты на видосе или как играешь? Не, на видосе в том числе. Я мои звуки сами. Окей, а ты звук тоже пишешь или нет? Да, да. А, ну ладно тогда. Что, все равно в итоге прошли, не прошли, я так и не понял. Нет? Нет, там, ну там ивент пиздец лютый. Ну я понял. Что, сколько траили? Ну я сколько-то потравил с пацанами, потом они без меня. Ага. Ну а по часам сколько? Блять, как вот эти долбоебы, сука, карят, когда они с другой карты косуют. Это да, да, это. Часа полтора, может два потравил, потом без меня, понятно. Сколько еще я буду, Сейчас в итоге задержусь из-за этого пидармота, блядь, дольше, чем надо здесь. Ну да. Я бы уже вниз прыгал. Так он еще и жив, и еще сейчас начнет кастовать откуда-нибудь. С другой карты опять. Ну да. О, не, нормально. Там, по-моему, еще один. Он ошибся. Может, и еще один. Да, да.
Самая большая их проблема то, что... вон он, впереди. Ну, я вижу. Ладно. Иди, красава. Я-то, видишь, я ухожу в сторону, а они хуй, они на месте стоят, такие планы. Ну да, да. Еще один. Блайн. А что за мод у тебя такой стоит с кружочками вот этими? Ой, блядь, что-то на Crusader какая-то хуйня. Вроде что-то удобное, я так понимаю, ты типа видишь, да, убил, видишь, убил, кого-то, да? Кого-то убил. Прикольно. То есть треугольник это элитка, блядь, кружочек, это спешл. Ну, прикольно, кстати. Не видно от чего. Крит, попадание в голову, просто умер. Тот, тот фиолетовый. Попадание в голову, рыжая. Просто передамажил красный, по-моему, так. У меня просто нет этого мода. Не, не ставил. Да мне. Не, не, я до сих пор не могу даже это настроить. Чтобы. Давай, ну, за 3000. Или красный крит, что-то такое, короче, это какой-то. За одним патроном я точно, блядь, не пойду на ячу. Ну, я уже. Береть хилку, долбоёба. Так, ну сейчас впереди, скорее всего, патроны будет. Если хаос, будет весело. Сейчас увидим. Но может второй бор будет. А, кстати, да, там еще в конце может еще быть патруль или бор. Здесь может не быть. Ебать, я чуть не обосрался, перед ебалом заспавнился. Я еще так в сторонку посмотрел, блять, в окошко. Палка или нет? Не, вроде. Я не слышу. У меня звук плохой тут. Да я понимаю. Я... Жалко, что Резик 8 так быстро прошелся, конечно. Here, ну, а откуда он фиолку? Они фиолки, блядь, две штуки где-то взяли. Откуда на? Они начитерили, блядь. Жало, блядь. Патруль выйдет, блядь. Патруль нет. Ждем мудаков в конце. Да, красный крит. Ай, блядь. А, помогут? Сари, сари, чекай. Или... или ГГ, нет, помогут, помогут. А, тебя с мечом, что ли, видишь? Да, она так лучше живет, чем да? Ну ладно. О, Захар, привет. Здорово. Да. Я тебе уже хотел написать. Ну, типа, я пришел покушал тут. Молодец. Ну, спасибо. А у меня тут две апа. Hero Siege этот видел, но, типа... Захар. Да, секунду. Дринкаради, блядь. Че ты говоришь, что там Hero Siege? Да, Hero Siege-то. Что это? Что? Ну, я тебя скидывал. Ты не заметил, что ли? Сейчас. Я открою. Это в Steam, да? Да, да. Зеленой это нету такой, ну как, пропущенное сообщение, там чуть-чуть. Когда я сегодня.
Нет, ну ничего. Ну ладно, окей, сейчас я проверю просто. Так. Блять, это Блайд, блядь, с другой, на другой карте, нахуй. Сейчас, блядь, стадион долбоёб. Сейчас я посмотрю, так. Алло, да? Здорово. О, Ровер, ничего себе. О, привет, Ровер, нифига себе. Че, ты живой, нет, нормально? Да. Ты ночь без сна опять или что? Я спал. А, спал, ну молодец. Что? Ну ты вроде как фигарил в Стелларис, я так понимаю, все время. Да. Ну, сейчас еще недавно сидел. И... Ясно. Ну можно будет поиграть, раз появился, потому что это, с тобой я уже давно не катал. Я... Сейчас. Че? Эх ты, Ровер, Ровер. Ну ладно. Сделал, да. Сделал. Ну да. Опять работа. Дел, ну, сделал, сделал. Да, ты будешь строить, да, больше зиккуратов? Он будет, да. Нет. Или ты вов? Я на кастомной карте Варкрафта. Ну значит, дел, сделал. Гнота построишь? Да. Так, я стрим какие-нибудь могу. Что-что? А, ты стримить пришел? Давай, стрим что. Нет, нет. Нет? Я гнота смотреть не могу. Чему? Это багер. А, багер. Понял. Ты что-то в последнее время вообще верму не катаешь, да, Ровер? Надоело? А, играешь? А, играешь? Ну что-то с собой мы не играем, что-то. Ну я понял. Ну ты время там, у нас же отличается с тобой, поэтому так. Угу. Получается. Так с тобой прикольно было катать. Захар, что, будем что-нибудь играть? Я сейчас скачаю это что. А нет, эту штуку-то не обязательно сейчас, я в принципе говорю. Ничего не там этот. Можно вот, ну, не знаю. Дел! Ну, что ты, короче, придумать? Закинул, блядь. Ну поехали, шарды катнем. Ну давай. А, землекопов в смысле этих. Да, да, проб. Ну это надо посмотреть. Еще. Давай еще чуть попозже, буквально бить, через 10 секунд скачу. Дипрок. Ну да, да, чуть попозже, да. А слушай, знаешь, что можно еще в гриме? Можно не шарды, можно этих убить. Этот не убитые. Что-что? Этот. Лакар? Нет, лакар тоже. Да. Пока-пока. Роб, здорово, все. Да вот долбоёбы 7 биты. У них есть возможность нахуй пострелять по этому долбоёбу. Но они будут... Они не пользуются. Ну да, да. Этот... Мы сделали новых, ну, с ботом, блядь. Я фудшарка в эту хуйню до сих пор вспоминаю. Ну тоже, слышали подобное, да. Кому банда? Дай мне, пожалуйста. Адрес здесь заблокирует. Ууу, ну да. Он этот чистый из Роскомнадзора, надзора, да? Да я что-то вспомнил сегодня. Настя новость рассказывает, что Роскомнадзор пытался, точнее заблокировал ФОРПДА. Знаете, что это? ФОРПДА. Не, я не знаю. Я ассасин, блядь! Я не знаю. Вы не знаете, ну понятно. Ты по-моему расскажи. Сейчас только шапку надену, такое такое. Нет, слушай, а я другое что хотел спросить, а что с твиттером кстати, они что там сделают? Они его блокируют или нет? Нет. Нет? Так же как телеграм, блядь, они заблокировали анус. Я знаю, никаких намерений это ничего не будет заблокировать. Заметки, заблокировать заметки. Я знаю. Такие как пакостники, знаешь, такие. Ага. Хулиганы. Хулиганы. Хулиганы зрения лишают. Это забавненько. Ну вот. Этот, я говорю, можно в гриме, знаешь, что поделать? У тебя в рогаликах же боссы не убиты. Можно их убить, а чипки тебе по фарту. Пойдем. Погнали. Давай пойдем к ступени мучений, там Алкамос, ага. Погнали, мужики, я готов. Давай, давай, давай где-то костюм залетай на себя. Ступени мучений. Чтобы добыть стринги счастья. Сейчас, кстати, может этот залетит Степан, я так понимаю. Он что же сейчас увидит, что мы грим катаем.
все и будет рассказывать. Так, за звук нормально все? Вы все редко смотрели. По звуку нормально начнется. Где? Ой. А, вот он, долбоёб, поплати! Сука! Два долбоёба на плайте, понимаю. Ну да, бедно. Пока эти долбоёбы, блядь, бежали к нему вплотную, он успел нахуй тэпнуться. Заебись. А чё, кстати, ну, ты ещё, ну... Проходится нормально все? Я просто вышел уже со стрима. Конечно, проходит. Ну все, красавчик. Даже несмотря на гудвиапа. Ну да. Я, кстати, проходил, порохлил однажды за... ну, короче, первым крубером с одноручным мечом. С ботами. Ну это пиздец. Но это то же самое, что на папке проходить с этим... с мечом. Это бред, на самом деле. Это вообще бред, не оружие. Это, блядь, это смысл такого оружия, которого клик, блядь, в одну цель. Это просто пиздец. Не, ну я типа прошел, как бы, конечно. Так чисто, больше порохнул, но... Я больше не хочу пользоваться этим. Кто такой рофл? А? Кто такой рофл? Ну, типа, шутка, можно сказать. Я думал, что ты точно знаешь, как это... Спрашиваешь, ты вроде там употребляешь. А Уга-Буга? Уга-Буга? Чё купил себе Уга-Буга? А? Сникерс. А, Сникерс, красава. Это как Нигерс, только Сникерс. Нигерс ты купил, да? Я понял. Ну долбоёба, восьмибитная, сука. Ты себе купил какой этот, двойной или типа маленький такие, которые... Я себе супер, супер взял. Сколько у тебя нас, ну, стоит, типа, у тебя вот у нас рублей 60-70, может, что-то такое? 59. Ну, понятно. Да? Ну, в принципе, это близко. Плюс-минус одинаково. Угу. Ну, да. Я помню, в детстве они стоили сколько там рублей... Сколько они стоили, реально? Я помню, Сэмпо стоил 5 рублей. Ну, маленький Сникерс чуть дороже. Рублей 7. Ну, не помню, я помню точно темпо. Помнишь такие шоколадки темпо? Да, да. Вот, они 5 рублей стоили, это прям 100%, я помню. Альпин Гольд. Видишь, как секс там? Ну да, цены как... Пофикшено. Чё именно? Кот наплевал на шторы. Охуенно, просто идея у него была, я не знаю, он понашивал, видимо, долго её. Фига он. Шкодник, а че это он зачем так сделал? Странно. Он покупать приготовил для своих хозяев. Это он покушать принес, братишки. Я зашел, заходи. Да, он тупо братишки покушать принес. Нормально. Он просто говорит, братик, ну ты че? Ты что-нибудь не сытый? Как у птиц, типа, что ли, в этом каком-то потом. Да. Птица же с твоим этим. Да. Зато вкусненько и как дрожь. На нахуй лыжа, блядь. Что, он хватил люлей? Да, лыжи они такие. Да не, я не про тебя, я про кота. Нет, это что? Не, я просто так говорю. Нет, тут же мы ж не эти, не изверги, чтобы просто так наказывать. Да. Он не поймет, что он не прав, что он тебе да. Потом... Так за хвост потолку, да, в этот, подвесили. Да, так всего лишь за ноги опукал, ёбнули разом. Да, да. Чисто для профилактики. Мы больше не наказывали. Так, ну что, начнем с Steps of Torment? Да, почему нет, пошли в неё. Сейчас скажу. Есть, дай подумать. Есть, короче, Алкамос. Слышишь, потом костян, мы костян. Сделали болотный да, прогресс. Да, я тоже. Теперь понимаю, почему они, блядь, 45 минут проходили в Hellscorch. Почему? Потому что гудвиапан, блядь. Я с ботами уже 20... здесь на ивенте с бочками на Империи в огне. Минут, наверное, 10 уже, блядь, воюю. Слушай, а портал оставил? Оставь, пожалуйста, какие-нибудь. Ну. Я пока, подожди, я сейчас вообще набрал говно, да, ключей, пачку, набрал динамита пачку. О. Пачка ключей, пачка динамита. Может, Кибелхок из Гудвиапана.
Да, я тут как раз сейчас с пилпуком бегал. Я недавно бегал с ним, мне тоже кажется. Бездрово. He's good for you. 5 щитков, ёб твою мать. Сделали бы они 20 щитков, может быть еще что-то это. От левого угла экрана, самого верхнего, до самого низа правого. И тогда вот столько щитков хватит. Чтобы делать то, что она делала раньше. Да. Приехали степс оф торменты. Слышь, братан, ты ставишь и просто нихуя не видно ни щитки. Так, это Broken Hills и вниз. Так, Broken Hills и сломанным полным иду. Короче, кто у нас получается есть? Алкамос, Шерзул, Горбогола мы убили, да? Да, убили. Тогда остается... Я его соло, кстати, развалил. Красавчик. Марканет их ты? Успею. Так, ты помнишь, как идти, кстати, с Эпсон? А, я вижу, куда все нормально. Меня скрывает. Не открытый. Ну, все. Так, в пустыне, короче, Марганет. Шерзул на севере Некрополиса. О, кстати, вот Шерзул точно не ходил. Я, короче, ну, что меня тогда не закрыскалось. Понял, так. Как затриггерить этих буржуев. На моду заходим. Я беру дизарму, настраиваю, короче, ей сколько, 18 бесконечных щитков. И показываю дизарму из Бутгиапан, нахуй. Какая она должна быть. Ну да. Мне кажется, и без этого нужно. На двойке. Братан, дизарма говно ебаное. На Ильце спавнит, там нормально все будет, но не на нашем. Мы сравнивали вчера за спавн на проточке у них, это у нас. Пиздец. Это забей вообще. Типа у чуваков есть тайминг, где они передышку, у нас сразу нахуй вторая волна со скариком выходит, вообще похуй. Так что тут как бы... Поэтому билхук из Гудвиапан в плане Гудсакок. А, там типа, я понял, там этот Дебёдвор выходит, Скарик, вот это вот оно? Нет. Или нет? Ну, а Скиттергейдж же последний, блядь. В конце на ивенте с Санслаутом плюс. Там ну пиздец. Да, там типа выходят боссы как будто бы обычные, нет? Ну, с других карт. Там да-да, Скарик, да, Бёдвор вроде. Или Бёдвор. Бёдвор. Давай, Билхук, там патруль, давай, Билхук из Гудвиапан, погнали. Блядь. Что такое патруль сказал-то? Не пропусти патруль, братан, он уже так. Ну так, все, давай, скорость пей, скорость давай. Ну давай я быстрее просто передвигаюсь, об этом. Вот и все, билку тут я, там, блядь, чуть не отпуск. Опа. Вот почему Гудвиапан, блядь, потому что кинул бомбу, убил. Опа, еще бомба на. Как убирать патруль с термокрыт с гизармой? Да. Обязательно выгляжу потом вот это, будет вообще круто смотреться. В смысле, типа, я же видос пишу на эту хуйню, ты чё? 28 минут Империя в огне, блядь, Гудвиапан, ты чё, ёбнутые нахуй, что ли? Это, короче, пиздец вообще, енот разнес патруль, а он потратил все гранаты, нахуй всю хуйню. Просто все гранаты, все бомбы, это патруль крыс. Понимаешь, это патруль крыс, это даже, блядь, не патруль на хаос. Просто да. Пиздец. Где? Грубер. Билхук из Гудвиапан. Билхук из Гудсаков. Так, иди на портал, я дошел. Сейчас, подожди. Я же тебя принял, за что так. Все на броню, но затраты на блок. То, что раньше я мог сделать при помощи, блядь, спецатаки и хэвика, сейчас я делал при помощи... достать хуй и сделать им полбу. При помощи, блядь, трех гранат, да, нахуй, трех банок. Это пиздец. Это серьезно, Билхук сосет на патруле штормов вообще в секунду. Там тебя чарджами просто задавил. Биткиляю ворота. Давай, давай, выйдем. Не, ну он на патруле крыс как бы и игральщикам неприятно на самом деле. Чего ты взял? Сейчас. Братан, без щита не очень приятно, они начинают все чарджи. На палках изи вообще забей. На первом кубере на палках вообще изи. Мне не изи, я еще не достиг таких высот, ребят. Мне не изи. Они начинают чарджи. Давай, не рассказывай, ты разваливаешь.
Блин, дождь лево, дождь право, все похуй. Ты не бротик, долбоёб, ты не слайдер, все. Бля, ну хаосицкий патруль легче графическим убивать, чем крысиный патруль. Ой, блядь, good weapon. Полчаса нахуй империя в огне, это бред, блядь. Потами с гутвиапаном, ты чё, нью мета, ты чё, это нью мета. Пиздец, я тебе говорю, теперь я понимаю, почему они хеллскорч прошли без гутвиапана, блять, без гутвиапана. Они прошли за полчаса, нахуй, с гутвиапан 45 минут. 45, да, да. Потому что гутвиапан... Сакок просто, блять. Сакок, да. Через дверь пошёл, да? Не знаю, куда-то пошёл. Пизда, блять. Просто бегу куда-то тут.